17 февраля 2024 года в 6 часов 20 минут на 553 километре федеральной автомобильной дороги Сызрань-Саратов-Волгоград водитель, управляя транспортным средством Mercedes, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с транспортным средством Peugeot. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства Mercedes погиб на месте. Трое участников дорожного движения доставлены в Камышинскую городскую больницу.